Это калитка во двор нашего дома. Улица Панайотину, дом 26. Я нахожусь во дворе, и с левой стороны у нас стоит такое металлическое яйцо. Внутри посадил ираклис кактус, чтобы было как-то поживее, интереснее смотрелось. Когда у нас получилось это металлическое яйцо, пришла идея снять с него форму и сделать яйцо с мозаикой. Что, собственно, и сделали. Сделали самое большое яйцо мозаичное, но оно по форме этого металлического. Наискосок от металлического яйца у нас находится мозаичное яйцо. Вот таков общий план его. Это достопримечательность нашего двора. Ираклис стал специально рядом с яйцом, чтобы было видно соотношение между человеческим ростом и нашим произведением. Это яйцо высотой 1,5 метра. Основание 20 сантиметров. Значит, само яйцо, если 1,5 метра минус 20, само яйцо у нас 1,30 метра, да? 1,30 метра. Математика. Сейчас я вокруг обойду, покажу его, что тут находится. Эту мозаику мы брали из разных источников. Ну, в основном из схем для вышивания крестиком. Поверхность яйца как бы разделена на три части. Я вот сейчас показываю, а потом я сделаю каждую часть гораздо подробнее. Само яйцо стоит на цементной подставке. И это нерушимо, оно не может двигаться, не переносится. По окружности вот такие цветы у нас. Второй цветок тоже оранжевый. А дальше сейчас будем смотреть. Что-то появляется голубое. Следующий цветок. Дальше у нас уже маленькие цветочки идут. И чем они заканчиваются, я сейчас покажу. Здесь уже окончание, оно и не видно с этой стороны. Какие-то мелкие цветочки. Средняя часть яйца начинается с даты. Оно было сделано в 2020 году. После даты мозаика начинается с этого парня в шароварах между двумя цветочками. А дальше я буду показывать, буду двигаться по орбите. Дальше идут две птички с сердечком. И вот следующее, это у нас красотка такая. Эта барышня держит какие-то букетики в руках. А дальше будем смотреть, что еще есть. Опять кавалер. И заканчивается, по-моему, птичками. Сейчас подойду. Заканчивается эта серединка яйца птичками. Ну и последняя часть, вот такая верхушечка, она украшена турецкими огурцами. Они еще называются пейслик, тех, кто как называет. Вот такие рисунки на нашем самом большом яйце. Поскольку наш ролик выйдет перед Пасхой, мы решили, кроме большого яйца, снять еще поменьше. Вот мы поставили все яйца на скамейку, а потом я покажу каждое в отдельности, как они выглядят. Сейчас мы показываем вам яйцо, которое сделал Ираклис. Оно гораздо меньше, чем предыдущее. Это сделано было яйцо в стиле гжель. Здесь темно-синие и синие цвета. Сейчас мы посмотрим, когда же оно было сделано, в 2014 году. Высота 50 сантиметров. Это второе яйцо 2015 года. Тоже делал Ираклис, но здесь уже другой рисунок. Здесь уже какие-то цветочки с бантиками. Но это как будто бы фиалка или как они, Анютины глазки. А это механик, он наматывает веревку, чтобы потом ее потащить, и будет крутиться это яйцо. И третье яйцо из этого же цикла с
большим перерывом в 2023 году. Здесь у нас птичка на ветке и цветочки вокруг нее. Сделал тоже мозаикой, естественно. Основой для этих трех яиц послужили фонари. Мы были когда-то в одном санатории, который был брошен, реорганизовывался, вообще непонятно что. И валялись от фонарей вот какие-то там плафоны. Мы их взяли, и Ираклис вот такое сотворил. Ну и вот еще одно маленькое яйцо. Высота у него 30 сантиметров. И тематика такая, как раз пасхальная. Церквушку выбрали очень скромную. И сделано было непонятно в каком году. Нету. Вот такая Богоматерь, очень печальная. Ну, как умеем, так и делаем. А напоследок я покажу три каменных яйца, которые украшают нашу лестницу, которые Ираклис выточил из камня. Мы их привезли с деревни, с речки кое-какие. Вот так они стоят. Стоят они зимой и летом. Никто на них не покушается, к нашему большому счастью. Первый, это камень, он был такой неказистый. А потом, когда его Ираклис отполировал, и вот этот рисунок вышел наружу. А так он был серый, непонятный. Второе яйцо из травертина, а третий тоже камень. Ну, с речки. Да, этот камень с речки тащился. Эти камни стоят круглый год на лестнице. Когда мы поднимаемся, смотрим, любуемся, если мысли ничем не заняты. На фоне самого большого яйца в нашем дворе заканчиваем. Всех зрителей поздравляем со светлым праздником Пасхи. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.